Всем привет! Подводим итоги. Дачный дом двухэтажный, Орехозуйский район. Закончили работу. Задача была поставлена такая: сделать водопровод, то есть водоснабжение и канализацию под ключ с установкой всех сантехнических приборов. Ну, значит, у нас по приборам получилось. Это санузел получился совместный. По приборам у нас идет Мойдодыр, так называемый, со шкафчиком. Все было собрано, установлено, подключено. Так. Пробурена скважина абиссинская. Прям вот здесь вот, в этом месте. Кто желает посмотреть, как бурится абиссинская скважина в помещении, 3 ролика или 4 назад, вернитесь, посмотрите. Установка насосной станции, то же самое, есть отдельное видео. Значит, ну, если в общем подается у нас вода из абиссинской скважины прямо в дом, имеет подогрев саморегулирующий кабель, вот он подключен, кран для опорожнения системы на зиму или экстренное, или что-то, обратный клапан, фильтр грязевой, ну и сама насосная станция, заливной кран, фильтр, колба, перекрывающие краны. Также, значит, по горячей воде это бюджетный Аристон, обвязан он, стационарный слив сделан, значит, чтобы ничто не крутить, никакие шланги в окно не кидать, все вот здесь у нас показано, обратный клапан, байпас на обратном клапане для слива, это перекрывание, значит, самого котла, это подача воздуха при сливе самого котла. Слив производится в канализацию. Сейчас я покажу, как это исполняется вообще по уму. Значит, идет у нас горячая верхняя труба, холодная нижняя. Сделан байпас. Чтобы нам сбросить с горячей линии воду, открываем байпас и открываем вот этот кран, который уходит, все, вода сливается в канализацию. Но при этом, конечно же, открываем все сантехприборы, то есть все смесители. И вода самотеком у нас удаляется. Далее у нас идет душевая кабина. Душевая кабина также на запорных шаровых кранах ППР, полипропилен. Подсоединена шлангами для удобства ее двигать, там обслуживать, чтобы она мертво не сидела. Значит, вот кабину, значит, запустили, слив, все нормально. Значит, кабинка тоже такая бюджетная, но нормально собралась. Бывало время и хуже, что вообще не подходило ни один шов. Ну, естественно, ушло 2 баллона, как обычно, герметика силиконового, без него никак. Так, далее у нас идет унитаз, последний в этой комнате. Унитаз у нас, значит, установлен таким вот видом. Подведена холодная вода. Значит, вот, слив жесточайший, хороший. Подняли на 15, на 14 литров поставили, значит, у нас слив. Так, здесь у нас в уголочке компрессор, так как мы выводили септик глубокой биологической очистки. И еще один у нас провод. Это включение дренажного насоса в септике. Все расположилось вот здесь вот в уголочке, компактно, никому не мешает. Впоследствии здесь будут две розетки, значит, заказчик поставит и включит аккуратненько их в розеточки. Так, ну что, вот здесь вот у нас идет линия залива унитаза. Далее линия, извините, блин. Далее, значит, мы прошли по верхней стене, вышли на кухню. Опустили трубы 20 ППР вниз, прошли под всей мебелью, установили, значит, это у нас мойка, кухня. Даже вот ноль. Под кухней также сделан слив. Вот там слив канализации, канализацию видно. И второй кран, это слив горячий, с горячей линии. Также здесь подцепили тройник, это залив
посудомоечной машины, также ее слив, сифон через гофру. Протянули вот здесь гофру и подсоединили посудомоечную машину. Ну так вот, в принципе, обзорчик. Обзорчик подготовлен компанией Тепловода-ОЗ. Значит, делайте заявки, заходите на сайт Тепловода-ОЗ.ру. Заказов много, сразу говорю, звоните. Будем выбирать время, будем консультироваться. Будем определяться с ценами, с материалом и со временем. Всем пока!